Прекратить незаконную добычу песка в селе Кадосеевка под Киевом требуют активисты «Стоп-коррупции». С таким заявлением общественники обратились в Генеральную прокуратуру. По их данным, карьеры организовали руководители предприятия «Аргентум Плюс». Территория, где добывают песок, захвачена. Разрешения на проведение работ у компании нет, говорят активисты. Они уже обращались в национальную полицию. Там открыли уголовное производство, но следственные действия не проводят.